Дорогие друзья, уважаемые любители футбола, всем здравствуйте! Приветствую вас в жаркой солнечной Тюмени. Сибирское дерби, которое таким образом обозначили коллеги из пресс-службы лиги. Тюмень и Енисей занимают 8-е и 9-е место в табеле о рангах лучшей лиги мира, имея в активе одну победу и имея в пассиве одно поражение. Справа номер 72 Александр Бем. В центре полузащиты 57-й Евгений Болотов и 88-й Денис Самойлов, арендованный Тюменью у Енисея центральный хавбек. Первые 15 минут матча прошлого тура против хабаровского СКА его команда с трапа спускалась. Длинная передача, классная. Порохов разворачивается под удар. Внимание! Успевает его настигнуть Стежко. Налетел. Срезал мяч. Аккуратно. И угловой. В центре поля, дабы вот такие длинные передачи перехватывать. Хороший пас налево в разрез. Внимание! Порохов, удар в ближний угол. Смотрим еще раз за ударом с острого угла по уходящему, предательски убегающему мячу. Готовят очень основательно атаку красноярцы. Хорошая диагональ от Ломакина. Скидка назад. Глушков. Пауза. Прострел. Это Печенкин. Классный пас Ломакина. Как всегда, непредсказуемый Глушков. Хорошая скидка еще и от Масловского. Удобная. На какое-то время мигрирует к воротам Егора Любакова. Ломакин. Ломакин. Здорово. Подача. Внимание. Удар. Это голевой шанс. И не забивает Савельев. Мягенько. Удобно. Низом чуть назад. Болотов бить пока неудобно. Но обработка была не самая идеальная. Хорошо направо. Александр Бем. Удар. Это в Масловского. Как они вдавили чужую оборону и опорную зону внутрь штрафной, а где-то даже и к вратарской площади. Глушков. Хорошая тонкая передача. Масловский! Умница Глушков. Какую передачу нашел. Какой тонкий коридор нитевидный отыскал. Удар не получился. Рядом со штрафной площадью две линии обороны Тюмени. Ой, какая передача. Шьют. Удар! И это Любаков. Хорош, но это его угол, который он обязан защищать. Ну, у Енисея кто угодно, на какой угодно позиции способен оказаться. Бардыбахин. Скидка от Феррейры. Стежко! Классная пятиминутка от Львов. Снова Иванов. Выходит из ворот Любаков бесстрашно, покидая свою позицию, роняя мячи. Момент. Стежко. Там стена черно-белая. Еще одна подача. Но, конечно, спокойствием действия Любакова и его команды сейчас совершенно не отличались относительно выигранной борьбы наверху. Как раз аккурат под угловой. Подача! Стежко хорош на подбор за Тюменью. Шитов чуть назад. Самойлов падает. Шитов. Это будет что именно? Штрафной. Да. Опоздал Ираклий Логуа, а вместо мяча ударил по каблуку, скажем так, Виталия Шитова. Маркелов или все-таки Самойлов, или что-то еще. Самойлов. Удар. 1-0! 1-0! Руки в воздух, естественно, поднимает Самойлов, не празднуя гол в ворота родной команды. Но гол этот, безусловно, поднимает всю Тюмень на ноги. 1-0. Но куда все разошлись? Ну почему? Я думаю, что по этому поводу будет разговор капитальный. А, прыгнули еще все как-то в разные стороны. А сил отыграться нет. И в концовке этого матча, в том числе, продолжая тематику игры с хабаровским СКА, видим мы, что у Тюмени все в полном порядке с функциональной готовностью. И Тюмень одерживает победу над красноярским Енисеем. Вторая подряд домашняя победа для черно-белых. И забил Денис Самойлов. Команде, которой принадлежит. Забился в штрафного и принес Тюмени вторую победу в сезоне.